Всем привет! С вами Ниагара. Продолжаем приключения нашего маленького робота, который остался совсем один-одинёшенек, но внезапно заметил еще одного, который не пойми как забрался наверх, но активно машет. Типа привет! Он, наверное, тоже офигел, что есть еще кто-то выживший. Как бы мне это еще собрать, да? Прикол. Может разогнаться? 30 штук надо. 30? Где я тебе столько возьму? А, хорошо. Я попробую допрыгнуть. Одной ногой зацепился. Тут тоже не запрыгнуть. Я раньше думала, что типа просто для статистики мы собираем эти, ну и чтобы пополнять батарейки. Оказалось, нет. Чтобы пройти уровень. Опачки. Так что каждая батареечка на счету. Ага. Так, там, значит, нужно собрать. Ну что ж, поехали. Уа, стой. Главное не упасть. Разворотик. Ага. И оп. Так, а что у нас? Вот там. Как бы это? С той стороны, да, у нас? Угу. Что? Внизу что-то есть? Да. Оп-оп-оп. Опа. Все мне 10. 1/3 солнечной батареи. Полная. Он так смешно делает. Такс. Мне нужны вот эти штучки. Как мне их взять? Разбег. Поняла. Ща. Готов. 1, 2, 3. Поехали! Отлично. 16. Такс. Такс. Оп-оп-оп, сколько? 20. Еще десяточку, еще. Вон там наверху вижу. Ай, ай, мы не залезем так. Форсаж. Оп. Оп-оп. Перепрыгнем или нет? Вот в чем вопрос. Еще вон там надо собрать. Вот отсюда можно разогнаться, да? Я хочу вон туда. Так, мне кажется, я недалечу. Конечно. Может, пока дальние собрать. А вообще, ну нет, я их могу разбить, конечно, но мне же как бы вот собрать надо. Ну и как это? Нет, конечно. Как? Ладно, давай сначала попробуем собрать вон те, которые я могу собрать. Так. Спокойно. Отсюда. Поехали. Сейчас возьмем разгончик. Погнали. Ой. 25. Мне не хватает вон тех, которые наверху. Ну, камон. Надо сообразить, как их взять. Мне туда не надо.
Как еще можно туда запрыгнуть? Не вижу вариков просто. Кстати, я же сюда заехала, где-то там еще у меня были. Надо посмотреть. Ну как? Как к тебе попасть? Скажи. Я так не могу. Тут нету подъема, наоборот, как будто бы спуск. А с той стороны тоже нет. Блин, вот этих мне и не хватает как раз таки. Ну как же так? Пустите меня. Так, еще наверх, да? Может как-то отсюда? Ну вот тут 30 надо типа применить. Может отсюда? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И прыгнуть туда. Давай. Поехали. И... вот так, да. Сверху надо было. Не рассчитал. Бывает, бывает. Так, и поехали. Открываем. Слушай, а здесь мы-то были? Все собрали. А, сверни форму куба, чтобы вернуться от горячего пара. Это единственный способ остаться невредимым. А зачем мне туда? Я просто не понимаю, зачем. Не надо мне туда. Там, по-моему, только этот аппарат, который выдает. А, оставляем. Сувенир один из трех. Надо было лучше смотреть по сторонам. Я вообще за них забыла. Но зато 40 из 40 контейнеров. Второе уже где-то недалеко. Доберись до башни. Вот давай попробуем. Добро пожаловать на пункт раздачи лазерных батарей БНЛ. Ну вот, я же говорю, мне и незачем. Ой. Еще раз. Да я же нажимаю, в смысле? А что не так-то? Не смею больше задерживать. Надо чисто батарейки получить. Правильно? Они не считаются. Один. Три. Ящичка. Так. I see you. Какой? Зворотый. Три синенькие батарейки. Мне только синенькие засчитываются. Сколько тебе надо? Проглот. Здесь больше ничего нету. Следующему нашему сколько нужно батарей? Под напряжением. Так, его ударить током, чтобы успокоить. А, нам нужно пострелять, что ли? Да. Кинуть, наверное, надо что-нибудь. Что? Ага. Все, я вас поняла. Еще, кстати говоря, там что-то сверкает. Я вот сейчас отсюда посмотрю. Вот, обнаружен объект. Мне нужно сверху упасть сюда, потом вниз. Ишь ты. Чтобы войти, соедините пары по цветам. В смысле? Я, конечно, не помню. Раз. К
красная. Красная, красная. Так. А, фиолетовая была вот тут. Смотри-ка. Не смею больше задерживать. Хорошо, что несколько попыток дают, потому что я думала, три попытки, все, и вали. Как подняться наверх? Отсюда. Окей. А, в куб, чтобы вернуться. Да, это я помню. А как? В смысле? А, дай-ка. Вот так вот. Выброси. Погнали. Так, еще что-то сверху есть? 10 надо. А у меня есть 10? У меня нету 10. Нету же, да? Да, не хватает. У меня сколько-то там, 3 или сколько? Эй. А мне сюда и надо. Что там? В песочнице играет. Ну, ветер, что ты хотел? У вас тут бури всякие. Это себе заберем. Так, нам нужно еще вот ту перескочить. Хорошо, что выбросил, нам это не надо. Ты чего не прыгнул-то, алло? Ты чё? Взял, упал. Не подбирай подруги ничего. Не надо. Разгон. Давай, спокойненько. Поехали. Ну, спасибо. То упал, то вообще в сторону прыгнул. Эй, Валли. Тихо, тихо. Так, вот тут тоже нужно аккуратненько перепрыгнуть. Давай. Оп. 10. Так, теперь мне хватает, чтобы там дверь открыть. Правильно? Да. Что за тема? Ага. Бросить надо. Мусор. Мусор, мусор. Оп. Это сейчас мы. Ой. Не туда. Нет, нет. Ты чё, самый низ, серьёзно? Ну, зацепился же одним колесом практически. Ай. Всё заново. Ладно, у нас всё получится. Нам теперь уже в ту сторону прыгать не... Что? А, обычный мусор. В ту сторону прыгать не надо. Нам только спокойненько ехать. Опять бросать. А чё в смы... А почему она опустилась-то? Что такое-то? Он же не умер? Странная фигня. Так, давай ты сосредоточишься. Нифига, да? Сколько мусора. Аккуратненько в кубиках. Кстати, вот смотрите, опять же, они собирают мусор, вон, такие пирамиды, ставят их вот в такие кубы. Но с планеты-то это никто не вывозит, не перерабатывает. То есть смысл собирать мусор, чтобы... Что? Ну, собрал ты это все в кубики, а дальше... Просто мусор в кубиках.
Ну и все. Так, мне нужно срочно бросить. Давай-ка. Отлично. Так, и еще. И еще, знаешь, что надо сделать? Оп-оп-оп. Молодец. Ой, оп. А, и еще возьми кубик. Там мостик надо сделать. Да ну куда ж ты, родненький ты мой. Возьми. Оп. Молодец. Так, здесь у нас только... Дай-ка, иди ко мне. Вот оно что. Подожди. А, и туда тоже надо будет сделать. А куда сначала? Вот вопрос. Вот это куда? Чё? А что тут? Поняла вот. Все понятно. Секретик. Бумеранг. На один сувенир. Окей. 0 батареек. Как же так-то? Так, во-первых. Батарею такую достал. Кайф. Подожди, нам нужен мусор. Мусор. Ты можешь где-нибудь взять? Тут нигде нету. Мне кубик нужен. Почему, блин, опять это опустилось? Это не игра, почему не опускаются? Давай вот этим еще зафигачим. На. Замкни уже и не опускайся. Козёл! Вот так вот, да? Блин. То есть там надо прям быстро-быстро? Ах ты ж, блин. Ну ладно. Мы тебя поняли. Бросаем и сразу погнали. Жопа. Дай, возьми. Ага. Мало ли, пригодится. А, ролик. Переход, в смысле. Держи. В итоге, да, получается, люди вообще забили на эту планету. На то, что у них роботы здесь давно все там, сломались. Что вот этот мусор никто не перерабатывает, он так и остается. То есть пофиг. Свалили с планеты, ну и ладно. Как-то обойдется. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты давай мне... не дури! Упал. Подожди. Показалось, что ли? Нет, не показалось. Чё там? Мухобой! А таркан своего не прибей. Ты чё? Ладно. Спишем это на то, что он не понимает, как это работает. Так, теперь вот ты столкнулся, тебя немножечко тормознуло. Поэтому небольшое отступление. Как
ты не долетел. Я даже ведь нигде не останавливался. О, спасибо, что отсюда. Эй! В смысле? Давай, теперь надо долететь. Отлично, молодец. Нет, нет, Валя. Вот сейчас обидно было. Потому что дорожка немножко как бы наискосок стоит. Но не смог там зацепиться. Так, спокойно. Поехали. Так. Почему не отсюда, да? Ведь можно было вот отсюда начать. Так, давай сосредоточимся. Дорожка наискосок, поэтому давай аккуратно. Все мне. 25, 40. 40 штук. Давай, нам надо все собрать. Ну и что это? Как это я должна разбить? Алло. А надо кинуть. Надо кинуть. Я уже с этим лазером совсем забыла, что я вообще бросать умею. Укол. Давайте с этого момента. А, спасибо. Так, здесь немножечко разгончику бы, да? Масло еще разлили. Тот-то как, короче, забрался сюда. Тот, который второй. Блин, слушай, мне бросить бы чем-то. Было бы лучше, чем туда ехать сейчас вот так вот. Ага, я боялась, что он сейчас как сиганет вниз. Так, здесь переехать. Ага, я вижу, вижу. Вот что называется зацепиться за край зубами. Кошмар. Так, давай, поехали. Гонки, блин, с препятствиями. Аккуратно. Экстрим, экстрим. Как он туда залез, объясните мне. Еще наверх, но я по карте смотрю. У нас еще несколько перерывов, тут препятствия и, наконец-таки, красная точка. Первое, что я у него спрошу, какого черта? Что ты здесь делаешь? Таракан. Оп. Сколько? 3-4. Еще 6 штучек. Это я назад. Зачем? Давай соберем, мало ли. Ага. Как знала. Еще собери. Так, хватит, наверное. Оп.
лучше возьми. Чтобы не было препятствий для прыжка, да? Ну, здравствуй. А, он не алё. Понятно. Разочарование. Он просто в этой позе замер и сломался. Бедняга Валя. Столько надежд. Откуда здесь растения спустя 700 лет? Семечко не могла прорасти, у них нет дождей. Никто не ухаживал. Семян нет. Фантастика. Ладно. Доступно что-то, сбор растений. 37-40. Зато все сувениры. Достижения. Это же лазерная указка. Следуй за красной точкой, чтобы выяснить, что это. Давайте выясним, что это, уже в следующий раз. Надеюсь, вам серия понравилась и было интересно посмотреть. Встретимся очень скоро в продолжении. Пока-пока.